организации и неравнодушные граждане, которые оказывают помощь. Волнение в сторону и уверенной походкой на главную сцену Барнаула. В день города на площади Сахарова состоялся финал конкурса «Мисс Барнаул-2024». За корону боролись 18 красоток. Как можно победить? Главная черта, на ваш взгляд? Есть что-то неуловимое. Я называю это харизма. Я называю это, когда цепляешь зрительский зал. Это не всем дано, но у некоторых девчонок с этого конкурса это есть. И это вот прям жюри видит сразу. Девушки выступили перед жюри в трех образах. В черных платьях, нежных нарядах и в индивидуально подобранных. Кстати, за день до финала стало известно имя победительницы онлайн-голосования. Сердце зрителей и читателей толка отдали Екатерине Савичевой. Екатерина Савичева, мисс зрительских симпатий! Мне было очень приятно. Я, в принципе, не ожидала выиграть в этой номинации. Как вы думаете, чем вы покорили? Победитель, в принципе, девушка всегда должна быть добрая и справедливая. И красивой душой в первую очередь. Титул первой вице-мисс завоевала Полина Серикова. Второй вице-мисс стала Анна Карнаухова. А победительницей 20-летняя Стефания Пластинина. Я очень счастлива получить эту награду. Я хочу поблагодарить всех организаторов, в особенности девочек, которые болели, поддерживали. И в моменты репетиции, когда было нам плохо, эта поддержка, правда, самая незаменимая. Победительница получила право представлять Алтайский край на главном конкурсе красоты «Мисс Россия» в Москве. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком.